Итак, сегодня мы будем вышивать красивые школьные воротнички. Для этого берем водорастворимый стабилизатор, заправляем его в пяльца и приступаем. Стабилизатор заправлен в пяльца. Вот мы выбрали дизайн. Его продубли. Он был один, мы сделали два. Стартуем. Вышили мы на водорастворимом стабилизаторе две половинки нашего воротничка. Наверное, хотим так, то есть здесь закруглая, здесь более-таки прямоугольная форма. Теперь берем тарелочку, наливаем водичку, замачиваем. Я налила теплую водичку, даже вот горячевато для рук. Да, вот, смотрите, везде дырочки, нигде нету никакого стабилизатора. Сейчас ненужные ниточки где-то у нас остались, мы их поотрежем. И у нас будет вообще красота. Итак, наш воротничок готов. Я его украсила такими бусинками-жемчужинками. Центр сделал побольше бусинку, и я его сделала съемным. Здесь пришила обычные атласные ленточки, то есть завязали потуже, послабже, в зависимости от выреза, и все. Вы можете пришить непосредственно к платью. Но мне захотелось сделать именно съемную такую красоту.